Привет всем, благослови всех Господь и сохрани всех Господь. Я хочу сейчас поговорить про мое падение, выбор, который казался, что я смогу поиграться с грехом. Я думал, все будет красиво и хорошо. И думал чуть-чуть, и все. Но этот раз это было, наверное, самое такое катастрофическое падение в моей жизни. Когда я уже понял, что все, что моя жизнь, этот раз я умру, наверное. Я не мог, у меня уже все, я думал, все, у меня тело, все. Началось все с маленького, закончилось долго и много. И сатана, ну как сатана, это был мой выбор. А потом он уже все делал другое, после этого выбора. Уже все. Но что я хочу сказать, да, самое, что произошло в этот раз, почему я вообще это записываю. Мы все грешные люди, мы все делаем ошибку. Мы, кто-то убивает себя, кто-то врет, кто-то изменяет, кто-то еще что-то делает близкому или... обманывает. Ну да, это был катастрофа, вообще была конкретная катастрофа, что у меня произошло этот раз. Я просто лежал уже, я понимал, что все, мне приходит конец, у меня все разбито, везде все, уже чувствуешь, тело не может, уже алкоголь, все, комната вся разбитая здесь, все. Я лежал и повернулся к стенке на разбитой своей кровати, обрыганной кровати. Говорю, Господь, если ты есть, я хочу тебя видеть. Покажи мне себя или сделай что-нибудь. Да, я был в тот момент и пьяный был, и сигареты курил, это все. Я сильно кричал. Я говорю, покажи, я устал. Если это правда насчет тебя, покажи мне себя. Я устал, вытащи меня отсюда. Это был очень длительный у меня запой. Это был настоящий такой серьезный запой. Я не мог остановиться, я каждый день хотел остановиться, я не мог остановиться, это была катастрофа, я вообще не знаю, у меня сердце уже стучало, кололо грудь, у меня со всех сторон, я уже думал, ну это все, это будет конец этот раз. Я не знал, что делать, но я не мог остановиться. И я сказал ему, Иисус, забери меня к себе, возьми меня к себе. И в моей комнате, я вам клянусь, это было, да, это было, я просто так не буду это записывать. В моей комнате было такое, как молния или что это было. И я видел просто чуть-чуть света. Я упал с кровати своей на пол. И капец, я говорю, что происходит? Я увидел его, у меня все разбросано, все разбито, весь, я весь, короче, не в хорошем состоянии. Он на меня посмотрел, обнял и говорит, я люблю тебя. Я говорю, Иисус, когда я его увидел уже, когда все это понял, я ему говорю, Иисус, оставь меня на земле пока. Потому что не хотел я так уходить. Я хотел к нему уже все. Он говорит, ты останешься на земле. Я получил какую-то силу в тот момент. Я понял, что-то произошло конкретно. Я даже не знаю, как объяснить. Я чувствовал, это капец. Я пошел потом в туалет, короче, в мою комнату, смотрел на себя. Я думаю, со мной что-то не произошло такое. Я, до этого момента я не мог остановиться. Я говорю, это был просто... Этот раз это был ад, настоящий ад. Уже здесь, на земле. Это закончилось бы адом, если бы не призвал бы я его. И опять он всегда... Говорит, я люблю тебя. Это капец. Я должен это записать и сказать всем.
Я получил силу эту, да, у меня тяжелое состояние. Даже сейчас я это записываю. Я в себя пришел, все, тяжелое состояние. Но я пришел в себя, он вытащил меня. С сада вытащил. Нельзя шутить с грехом. Надо делать что-то дальше, иди. Но это не шутки все. Это у меня, в моей ситуации это было. Я думал, я уйду этот раз реально. Я думал, меня не будет больше на этой земле. Просто я не хотел оставлять все так. Это было бы горе. Даже если я ушел бы для нашего дома. Это было бы у меня второй ребенок сейчас рождается. Еще один сын есть. И это было бы где-то катастрофа была бы. Из-за этого я сказал, оставь меня еще здесь. Из-за этого, да, призывайте каждый к нему. Он единственный друг, который вас поймет. Он единственный друг, который вас простит. И он единственный друг, который с вами будет до конца. Это я понял, когда он сказал, я люблю тебя. Это не просто так все произошло. Что такое говорит? Сам Бог Иисус, Дух Святой, я не вот это там, но я видел такое прямо, это был как в комнате удар, это слышала моя жена, ну, как слышал, я кричал сильно в тот момент. Вот сейчас я начал это говорить, пошел сильный дождь, я не знаю, почему сильный дождь сейчас идет у нас. Потому что он плачет, он не хочет. Он не хочет, чтобы его же дети... страдали, да? Он не хочет этого. Из-за этого придите каждый. Я сейчас тоже. Это катастрофа была, да, но такое, что произошло сегодня, да, это было, конечно, не сегодня, это вчера произошло. Вчера было ночью. Это капец было. Будем идти за Богом, держаться за Него, если упали. Когда он мне сказал, я люблю тебя, после того, что я сделал, мне говорит, я люблю тебя. После покаяния, когда я уже все знал, я шел за ним, я сделал такую ошибку. И это был все маленькая ошибка. Еще раз всем повторяю, маленькая ошибка, зацепка, маленький просто этот. Мы должны быть радикальными, поэтому точно. Это радикально. Если мы не будем радикальны в нашей вере, да, тогда ничего не произойдет. Если кто-то не хочет идти за Богом, идти дальше. Говорить ему это, но идти дальше. Мне особенно. Я теперь буду говорить про себя, потому что я не могу больше ни с кем общаться, кто курит, пьет, или там наркоманит, или играет. Без разницы, кто идет конкретно с грехом. Мы все грешны, 100%. Я тоже грешный, всегда останусь, потому что только Иисус может меня спасти. Когда он сказал, я тебя люблю таким, как ты. Не, я тебя люблю. Он не сказал, таким, я тебя люблю. Из-за этого пусть Бог сейчас всем даст мудрости и как и все. Не, это бомба была, я говорю еще раз, да, вот это единственное. И у меня был тоже такой момент, я как будто не то, что остался один, меня никто не мог понять, никто вот так как-то. Какой-то такой момент тоже был. А я так про себя подумал, почему я не концентрируюсь на Иисусе? Почему я ухожу, когда приходит такая? Я ухожу даже, получается, я ухожу в другую сферу после покаяния, конкретного покаяния, после этих записей, проповедей. Это произошло, конкретно произошло. Да, это капец, это было, я не знаю, у меня не должна быть, не, такого у меня не было, у меня уже были падения, все, ну, что в этот раз произошло, это было капец, это было что-то, это было. И я еще раз повторяю, после вот этого раза, когда вот это произошло в тот день, я начал восстанавливаться на следующий день. Я начал восстанавливаться, хотя я уже не знал, как мое тело после такого, такой дозы, что я к себе принял, я не знаю, были бы люди живые вообще на этой земле. Это никто не может понять. И сейчас, да, у меня сейчас, ну, восстановка, я чувствую, я восстановлю, у меня появляется сила, мудрость появляется. Но мы должны быть радикальными, я буду про себя говорить. Даже если я буду говорить, я с тобой не могу общаться или что, каждый должен это понять, потому что
Рекламу мы всю свою жизнь делали. Алкоголя, наркотиков, туда-сюда. Но мы должны сдохнуть для нас. Чтобы Бог жил в нас. Но Он любит. Он любит всех. Это стоит в Библии. Вечную любовью. Да? Кому где-то в Иеремии, да, стоит это. Он явился ко мне и сказал тебе, я возлюбил тебя вечную любовью. По-моему, это стоит. Так что... Благослови всех Господь и сохрани. Я хотел, вот это я хотел всем сказать. Иисус живой, Бог помогает, я верю, это Он был.